Спасибо, пулю в башку не надо. А вот в свою башку я... стреляю. О, а ты... Эй! Эй, а ты чё такой? Вот скажите, что это битва с боссом, я не поверю. Не, это чё, правда, битва с боссом? А почему решили сделать то, что вот это мое злобное воплощение? А может быть это мое доброе воплощение, только сбившееся с... Хотя что за хрень говорю, а? Конечно же, это злая моя часть. Куда погнал? Да ё-моё. Сколько я на них патронов потратил? Был бы счетчик, был бы овер дофига. Да. А где он? Ну, на труп показать. Нормально. You is kind of an asshole. Blame my parents. Daddy issues? Nah, just forget it. Don't like talking about your past. Don't see the point. Who cares what I did before I joined the Saints? Aren't you going to ask me about mine? I thought we were killing evil clones, not picking out players. Should probably get out of here. Once more for old time's sake? Yeah, why not? Дело мистера Икс. Пройдено. Наличность. Пройдено. Ранг. Пройдено. Член команды Аша. Пройдено. Соратник Аша. Пройдено. Аша, радость наша. Ну, я так понимаю, это уже наши добавили, потому что я так чувствую, там было по-другому. То, что, например, я знаю по-любому, то, что в оригинале было Маша, радость наша, но тут решили так сделать. Это локализатор, господи. Спасти Джонни Гэт. Если спасти Джонни Гетт, то почему бы не этим заняться, потом второстепенными попрёмся. Вот это коса бешеная вообще. Кинзи, релакс. This is gonna get real exciting. It doesn't matter. I have a feeling we're about to disagree. Saving Gat is a terrible idea. На, блин, похлебал, на, блин, на тебе! Куда, куда верните меня, я морду. Ну вот по ебальнику, я, по-моему, еще раз бы заехал бы. Ну дайте, пожалуйста.
Steelport, but you let me go. I can forgive a few punches. Такой, ладно. Сначала морду набью, потом обняться захотел. Обнять, блин, его захотел. Заебись вообще. Что он последний сказал? Весну какие потрохи? Нормально. Ой, ё-моё. Saints of Rage. А это, я так понимаю, отсылка к... Так, допустим. It's really you, Warren Williams. Так, ну это, знаете, была игра на Sega. Man. Stillwater. Название ее не помню, но... Ну там что-то с Rage было точно связано. Я знаю то, что там выходило то ли 3, то ли 4 части этой игры. Вы просто не представляете, как я любил ее перепроходить, а? Можно сказать, раз в месяц я ее просто перепроходил. Ну, блин, ну вы понимаете, то что тогда это было тогда, когда мы, называется, знаем, как выглядит картридж, и все, больше особо-то ничего. А сейчас мы знаем, как, ну, можем помнить, как называется игра и так далее, но мы в нее, конечно же, сейчас играть уже что, правильно, не будем, потому что в некоторых случаях просто не хочется, в других это как-то не торт, как бы кто-нибудь сказал бы, но я скажу другое. То, что вот просто лень находить. Лень находить, лень с эмуляторами возиться, если на компе играешь. Блин, я помню, был босс, по-моему, вот, то ли второй, то ли третий босс, по-моему, вот в третьей части игры, блин. Вот опять, ну не помню название. С этим ничего не поделаешь. Хотя, в принципе, я... Хотя, в принципе, у меня так картридж с ней до сих пор сохранился. Вот, что самое веселое. И, по-моему, та же жива приставка с геймпадом. Хотя приставки уже должно быть лет, наверное, 10. Да, 10 лет мне должно быть приставки. А геймпаду ёшнему, если я не ошибаюсь, то должно быть около 5-6. Около 6 должно быть. Вот что самое, кстати, весёлое. Денди я менял, ну, консоль Денди, да? Я, можно сказать, менял чуть ли
не каждый год. Единственная консоль, которую я, наверное, менял раза два, ну, три, может быть. Это Sega была. Все. Больше, в принципе, нет. И самое большое количество геймпадов, которых я... Ну, которые у меня в основном ломались, это были геймпад Денди, потому что геймпад... Ну, например, у меня, по-моему, было около... Ну, я сменил где-то, наверное, около 30 геймпадов для Денди. Нет, даже... Нет, около 50 или 60. И около, если я вспомню, наверное, около 10 или 20 для геймпада. Хоть по часу вроде бы не так уж и много, да? Там 50, 60, 10, 20. Ну, скажу так. Это не так уж и мало, по сути своей. Я охреневаю просто. Вот скажите то, что я еще разучился вот в подобные, блин, игры играть. Я охренею. Эй, оу! А, ну, кстати, она в Стиме есть, та игра, на которой я говорил. Нормально. То есть у меня потратилась одна жизнь, да? То есть у меня еще три попытки. В крайнем случае. Тоже нифигово. Блин, как я любил игры для Сеги, вы не представляете. Когда-то. Ну как, я... любил игры для Сеги, да? Там... Ну, в основном, играл-то я в Соника на Сеги. В Соника играл, в Унитюнс играл, ну, такую еще. А хотя там, по-моему, только одна и была игра про Унитюнс на Сеге, на Денди там было. А, нет, про Унитюнс, ну, смотря какая именно. Потому что на Денди, я помню, вроде бы было две. С обычным Unitunes, да, и на эти еще какие-то. Вот, слава богу, я, как говорится, не помню нифига. Хотя нет, просто не помню, и все. Тут. Делай, что хочешь, но я не вспомню, как говорится. Господи. Don't go in there, Johnny. You hold. It is a trap. No. Kenzie, can you reset part of the simulation? Theoretically, each simulation is an isolated instance. Yeah! Great! Do it then! 1 second, and... Here we go. Dad! Hold up! Hey, you... Normal.
Johnny Chi. Я тебя, я тебя нагну, сюда иди. Вот тебя, бля, вот тебя. Воу. Воу. А почему он? Давай какой-нибудь Чароюкин запихни в него. А почему он меня так хорошо бьет, а? Промазал, молодец. Эй! Вот только скажи то, что пропорционально моим ударам ты наносишь шихме, а? Coming to get you. Whoa, whoa. We? Who's we, Mr. Saint? His journey finally over. Johnny Gat was once again able to hold Aisha in his arms. But the reunion was soon over, as the street tough remembered the tragedy that claimed his love so many years ago. Называется «Как оживить персонажа». Берем, значит, создаем игру, бред полный, и его оживляем. Такой, все, я бегу. GPS on this thing? How do I find Gat? First, do you remember how to use this suit? That's who I remember. That's not really an answer. You know what? Don't worry about it. I'll find John. Виргардиум Левиоса, допустим. Да опускайся ты, кусок металла! Don't worry. Everyone loses to me. Ну, допустим, помню. Keep an eye out for more Zing. They're on the offensive now. They weren't on the offensive before. Чё, правда? Да ты врешь то, что они враждебно настроены. Вон какие они милые, валяются, отдыхают вообще. Да так сделаю. Нормально. Как вот там же выжил, фиг его знает. Ну что же. На тебе. Ну вот и все, валим отсюда. Да вы и прикалываетесь, а? Не, ну я все понимаю, но не до такой же степени надо это все делать. А? Эй, дзиньяк. Да твою мать, ну чё, мы ж это, ну хорошо ж сидели-то, ну вы чё? Ну зачем? Ну хорошо ж сидели, вы чё? Ладно, не очень хорошо сидели, говорили. Immediate backup to processing tunnel 16. I'm very disappointed in you all.
Surely the Zenyak's getting a little close to the shorts. Definitely something we Saints are good at. Deeks. Hey, why aren't these Zen paying more attention to the robots stomping through their hallway? Maybe this giant loser destroys buildings in another hallway. Ну-ка. Ой, ё-моё. А чё их так много? А чё вас так много? Чё вас так много? Чё вас так много? Processing chamber 9. Just because I can see the layout of the ship doesn't mean I know what the rooms are called. Ну, здравствуй, жопа, на